Всем привет на моем 70-м стриме. Сегодня с 26 апреля, время почти 11, и начинаем проходить Lost Odyssey 8-ю часть. Ну, в смысле, 8-й стрим по Lost Odyssey, ну, вы поняли. Привет, Тор, привет, Снап. Так, лого. Все, убрал. Да, Снап, не узнал ты такую музыку. Не ожидал я от тебя. Ну, бывает, ладно. А, ты первую часть проходил, в смысле, которая Blue Diamond, да? Кстати, да, в общем, ну вопрос был, типа, ты первую часть проходил в смысле Blue Diamond, что ли? А по поводу захвата видео, мне тут как бы помогли, так сказать, подтолкнули на решение проблемы с захватом видео с Xbox. Но, если что, я напомню, я до этого захватывал видео через прогу, которая шла от Avermedia. Как бы ее окошко растягивал, и вот это окошко я захватывал ОБСом, ну то есть извращение по сути. Ну вот, потому что напрямую оно не захватывалось, был красный квадрат. Сейчас же там я, еще покопавшись там и, ну в общем, пришел, нашел решение проблемы, теперь я захватываю наконец-то напрямую. То есть это устройство видеозахвата, ну там через специальный как бы такой драйвер, ну даже не драйвер, а как бы утилиту от Avermedia, но однако все-таки видео напрямую идет в ОБС. Ну вот, и поэтому, если что-то с качеством не так, то пишите там, ну мало ли там я немножко изменил настройки, там битрейта и так далее. А, ну Soul Reaver как раз таки проходил, Snap, но это же музыка оттуда. Значит, ты вторую часть проходил. Ну, именно из вселенной. Это первая часть Soul Reaver, а из вселенной как бы вторая игра. Итак, надо вкратце вспомнить, что у нас было в той же той части. У нас, по сути, в той части началась война между Нумарой и Урой, да? Ну, по крайней мере, ее объявили. Потому что шпионский глаз, который был тайно в Дженсену вставлен, заснял вот эти вот вооруженные корабли. И, ну, это стало причиной объявления войны. К тому же Ура провозгласила империю. Ну вот, и как бы... Теперь Гангора там советник или что-то такое, не помню. Ну, в общем... Короче, он по факту правит, ну, как это обычно бывает. А король, это чтобы народу было ощущение, что вот он король. Ну вот, а нас попытались задержать, потому что типа шпионы, ну мы там порешали. И плюс еще королеву украли, ну она с нами пошла, да, и теперь вот она с нами ходит. Теперь у нас 6 персонажей, но только 5 играбельных могут быть. Как это Ура не в теме, Снап? Если помнишь, видеообращение было в Нумаре, показали видеообращение короля Ура. Так, посмотрим, что у нас тут. Так, по карте у нас... Ну да, что-то справа есть там. Поговорим с людьми. Да, Снап. Мы сейчас в Нумаре находимся.
Вот эта Минг, она, да, она королева Нумары уже там 1000 лет или сколько-то там. Лола, это кто? Что на человека не особо похож. Так, а нам сюда можно? Ну, неважно, мы войдем. А куда он так сейчас голову поворачивал? Ну, Снап, мы же в конце той серии все сделали. Ну, давай проверим. Ты имеешь что скиллы, да? Да, вот она учит релакс. Spirit Magic 3. И все. Че, войдем? А, стоп, а может быть нам сюда надо, и тогда нам надо сбегать наоборот, налево. Ну не, ладно, войдем. Типа, нам повезло. Сейчас начинается, они начинают финальные эти, ну, типа, настройки, да, ну, как бы. Ну да, типа финальные, короче, приготовления, которые означают, что что-то они там с двигателем будут дальше делать. Фитинг. Что-то мне кажется, что мне все-таки сюда и надо было идти. Значит, установит двигатель дальше. Тогда в таком случае надо, может, все-таки вернуться. Блин, не знаю. Ладно, вернусь, посмотрю, что это. А, уже нельзя? Ну там я же не всю карту исследовал. Вот. Серьезный двигатель. Да не из порта, а в самом порте. Я там направо побежал, а там еще налево было. Это двигатель. Где ты его получил? Ну, где ты его взял? А, этот. Ну, давай посмотрим. Где этот? Типа, где я взял этот? While back, я не знаю, как это сказать. Пока назад? А как это по-русски? А, недавно? Недавно невероятно огромная рыба ваш этап. Типа приплыла, да? Всплыла вот в этом вот порту, ну как-то не порта. А, берег, да, просто. Ну, типа выкинула на побережье, да? А, это был ее живот, ну то есть ее брюхо. А, в животе у рыбы нашли?
А я думал, из брюха как-то сделали. Ну, машина прочная, мало ли там, знаешь, типа делают из останков там какие-то корпуса. Ну, ладно. Мы проверили и реализовали. И, ну, типа, блин, подумаешь, что это должно быть что доставлено, что я не понял. Ну, Снап, ты же переводчик, что ты меня спрашиваешь? Если я что-то бредово перевожу, ты просто поправляй, я не говори, типа, что я там сморозил. Ну, понятно, что я могу сморозить все что угодно. Это может доставить невероятный выход. А, поняли, что выходная мощность шикарная, поэтому они его починили и поставили на корабль. Did the repairs work? Ясно. Делайте, ну, восстановительную работу. Работа по восстановлению. Like a charm! That boat was built to be General Kakanis' command vessel. Installing it is all that's left to do. Ну, это надо, это какое-то устойчивое выражение, like a charm. Дословно тут явно не перевести. Типа как по маслу, что ли? Лодка была построена, чтобы генерал Каканас, ну, а чтобы быть управляющей, ну, командным судном генерала Каканаса. Осталось только установить это все. I see. Понятно, Thanks. спасибо. Don't mention it. Ну, все равно опять дословно не перевести, наверное, типа не благодарите, да? A huge fish, huh? Большая рыба, You know, да? Ты знаешь, a while back. недавно Is there something you remember? что-то вспомнила? Ну, что-то из твоих воспоминаний, точнее. I really depended on it. Так, вроде бы все слова знаю, но что-то перевести как-то не получается. Я действительно зависел от этого. Ну, как это понять? Что это за фраза? Непонятно. А, вот, зависело от чего? От рыбы? От двига или от двигателя? The engine. Двигатель. It's from back when I was a pirate. Это, ну, как с того времени, когда я была пиратом. А, Сет, You ты are a пират? pirate? That's right. Да, правильно. Ну, я думаю, это можно не переводить. Oh yeah, I've always loved women who are pirates and swordswomen and stuff. I read books about them for like ever. А Снаппа, это всегда так. Ты учитываешь, что когда мы ее взяли, она была вообще 10 уровня. Не знаю, почему же в JRPG это всегда так. То, что
мы берем какого-то человека, который говорит, что он имба, а он на самом деле там какого-то вообще днищенского уровня на момент, когда мы его взяли. Но почему-то он, когда с нами дерется, сливается, а когда рассказывает, то он там вообще всех решал. Ну, не знаю, всегда так у них. А что у нее с речью стало? Так, так, что тут говорит? Я всегда любила женщин, которые, ну, ну, женщин-пиратов и этих swordswoman, как это, типа, женщины-рыцари, да, или как? Ну, да, пираты, мечницы, такое, все такое. Я читал книжки по поводу, ну, о них. Ну, типа, это так волнительно встретиться с реальной женщиной-пиратом. Сделал длинную историю короткой. Вот эти вот отрывки, я не знаю, как правильно перевести. Я просто, я была, я... Я могу или могла я. Ну, короче, непонятно. Ну, в целом понятно. Короче, она в шоке. Ей нравится это. Она хочет быть твоей ученицей. Ну, я хотел сказать, а могу? So, Seth, Mr. Seth, please, please, let me be your apprentice. Мистер Эс? Что за слово мистер Эс? Не знаю, что с озвучкой Снап, у меня вроде бы нормально. Ну, как-то я ничего-то не обращаю особо внимания. А, госпожа. Итак, Сет, госпожа Сет, пожалуйста, пожалуйста, позвольте мне быть вашей ученицей. Нормальная реакция. А, так, уже управление вернулось. Что, мне опять с ним поговорить, да? Ну, лодка будет собрана сейчас и, ну, построена сейчас, прямо сейчас. Намного, ну, быстрее, чем во всей Нумаре. Типа скоро будет, скоро дебют этой лодки, да, видимо. И надеюсь, ну типа, ну ты же не хочешь пропустить вот это вот launch event, ну, ну в общем ее запуск, как бы событие вот это по запуску. Стоп, это что, кнопка? Не? Надеюсь, нас они не убьют, вот эти. Странно, почему они, ну, вообще тут нас сюда пропускают?
Мы же даже не граждане. А, ну правда королева с нами, пофигу. Наконец-то это должно решить проблему. Давайте не это, не подведите меня сейчас. Генерал всегда кричит на нас, чтобы заставить лодку двигаться. Странно, он не приходил сегодня сюда. Наверное, не лодку двигаться, а типа продвинуть, чтобы строительство, ну, да, типа того. Наконец-то двигатель пофиксен. Я надеюсь, что он будет работать на этот раз. Открыть ворота. That the engine installation is complete. He said to call him when we're ready for a test run. Oh, hey, look! Someone's aboard! Oh, hey! Hey, yourself, you little... What are you doing there? Get off! Да, внезапно они сполошились. Get word to General Kakanis! Hurry! Yes, sir! Ship is leaving. Thank you. Ah, all right. This should be easy. Oh, wow. Как много кнопочек здесь. Gonna need a manual. I think I'm out of the way. Here goes. Starting engine. Сейчас надо посмотрим. Не знаю, почему запаздывает. Вот для меня-то звук понятно, что всегда запаздывает, потому что, ну, я-то смотрю, да, без задержки изображение через монитор, а звук у меня идет через OBS. Ну, в смысле, через вот это устройство захвата. А для вас-то должно быть там все нормально. Не знаю, не должен запаздывать. Во всяком случае, то есть он может просто долго кодироваться там, да, в крайнем случае, но запаздывать-то звук никак не должен. Он же идет по HDMI, и звук, изображение. А, кстати, ой, лол, у меня ультрафаст стоит. А это надо перезапуск стрима, да, чтобы оно вернулось? А что, кубило, да? Она кубила? Ладно, перезапуск стрима. Так, сейчас нормально? А, ну как вы поймете, сейчас же не активная сцена. Ну что поделаю, ну... Что есть, то есть. Ну, давайте посмотрим туториал. Ну, неплохо, у нас корабль теперь есть. Сейчас монитор переключится.
Стантнос. Это вот это вот так лодка называется? Ну да, это даже не переводится никак. Привет, мистер Нубумнение. Нет, не опоздал. Так, что нам говорят? Ну, типа, имеют этот стантнос. У нас есть возможность, ну, пересекать этот открытый океан. Кривонос? Ну, ясно. Ну, понятно, левый стик, чтобы двигаться, это понятно. Правый стик, чтобы камера. Некоторых зонах, таких как... Стоп, что за Shallows? А, отмель, мелководье. На мелководье ледяные глыбы и... А, Slantness? А я как сказал? А, я ты читал? Ну да. Так, а что такое гиперкурренс-то? Странно. Это тоже не переводится. Ну, в общем, мы там не можем перемещаться. Ну, на карте там видно, это отмель. Так, РБ, чтобы двигать, перемещаться по мостику, вернуться, двигаться по морю. Что такое кокпит контролс? Подтвердить, что вы хотите. Сойти. С корабля. Так, когда мы приплываем к берегу, чтобы приземлиться, понятно, пришвартоваться, и чтобы покинуть Сент-Нос. Так, right stick. Landing point, можно перемещаться, ясно. Так, чтобы заново войти. Понятно. Ну, ничего сложного. Не, туториал еще раз мне не надо. И вот. Ого, это что там такое? Интересное на фоне. Так, а куда нам плыть? Ну-ка, кстати, кубит, нет? Ну классно, управление хорошее, в принципе. Так, РБ. Да ладно, прям ужасно запаздывает звук. Насколько? Okay then, where do we start? Have your memories come back? Nope, it comes in fragments, same as you, bits and pieces. Please tell me what you meant by saying we were comrades. Do you have dreams? Yes, I do. Well, what about them? Have you ever wondered if those dreams might be fragments of your past? That there might be something turning round and round in your heart, different from the way you are now. Have you ever had a rush of feelings? Wow, you're like saying more than one word since you begin your memory back. Well, you're still as fun to be with, though. Well, have you experienced anything like what Kaim is talking about? I'm... Сейчас посмотрим, будем разбираться. Фонограмма не попадает. Блин, ну почему такое происходит?
Я не могу понять. Блин. Не, самое непонятное, почему звук-то запаздывает. Я опять же, да, говорю, я все понял бы, если бы просто само видео долго бы кодировалось. Это бы означало, там, может быть, ну, какие-то там, типа, аппаратное кодирование там, не полную силу работает и так далее. Но почему звук-то запаздывает, лол? А, может так? Ну-ка. А давайте так попробуем. Sure. You know that you're called the thousand-year-old queen, right? And your body is supposed to be immortal? Yes, but I don't know why I'm called that. Or why my body doesn't age. I don't understand anything. That must be why Kakanis looks down on you. You've lost your purpose. It's just that... How should I put it? I often feel as though there's something terribly important that I'm forgetting. And it pains me. As though it may not be in my... When this has happened. My body wouldn't move, like it was exhausted, and then I would collapse. When I felt this vague sense of unease coming on, I would often play the harp, and that would calm my mind. So that's what you were doing when we met? Yes. Kakanis frequently advised me to lift the country from its isolation. At those times, he recommended nothing more than expanding our information about the outside world. But it seems that his true objective was something else. No, this is what they call fate. See, meeting me was predestined. That means Kakanis just played a role. He was a pawn to make it happen. All right, that's enough, buddy. Ow, hey! All right! Ming, I felt the same as you until recently. My memories were locked up. Your memories were locked up? You, me, Seth, and Sarah. And one more whose name that you as queen should know. The Uren sorcerer, Gungora. Yes, I'm aware that there is a sorcerer called Gungora, but... The five of us were once comrades. We had a 1,000-year agreement. We came to this world to accomplish something important. For that reason, we were made immortal. We don't age. When the end of the 1,000-year agreement drew near, Gungora betrayed us. Though we couldn't die, he inflicted pain on us that was worse than death. Pain? What kind of... He deprived me of someone more important to me than myself. He cruelly stole her from me, and inflicted a deep wound on my heart that can never be healed. I also had something important stolen from me. Gungora used magic energy to block my memories and seal them within me. After he wiped out our entire lives, we became like living corpses. And I, too, have had something very important stolen, and my memories locked away? Yes. What could possibly be so important? Don't push yourself. Take all the time you need to remember. Oh yeah, I have something to return to you. Return? To me? This really saved me. I met you before, didn't I? Yeah, 200 years ago. I borrowed this from you back then. I must meet with Gungora. That's what we plan to do. He's up to something that involves Grand Staff. We have to stop him. That has become our mission.
Guess that means our destination is Ura, right? Hold on. If we go to Ura, we'll have to cross the ocean. In a boat like this, there's no way we'd make it. Even with your engine, Seth? It's an old clunker. Oh, it's got power to burn, but the ship itself wouldn't be able to handle the strain. It would fall apart. Aww. Why don't we head for Goetza? They've made the most progress with magic technology. I am the Queen of Numata. I shall request aid from the King of Goetza in the name of our countries and for the world's future. Да, Снап, я заметил, что звук запаздывает. Непонятно, почему это происходит, но я знаю, как пока что временно это решить. Я просто захвачу старым способом сейчас игру через ту прогу. Сейчас. Так, все захватил. Посмотрим, как будет. Да, время задержки постоянно увеличивается, как будто какой-то там, не знаю, буфер запаздывает или что-то. Ну, не знаю, это надо будет посмотреть, в чем причина. Ну, конечно, не на стриме, потом посмотрим. А, Снап, а что из этого диалога ты понял? Нет, мистер Нобумнение. Во-первых, стрим идет на Кибергейм, а не на СК2, да, на СК2 ТВ только плеер висит. А во-вторых, нет, ну я же до этого стримил 100 раз уже, ничего такого не было. Вот я стримил именно через эту прогу, вот как бы захват окна, а сейчас я напрямую с устройства захватывал, ну вот, когда задержка была. Но это потом я разберусь, я говорю, ладно. О чем они там говорили, я не очень понял. То, что эта королева тоже, что ли, воспоминания... Ну, в смысле, что она память свою забыла или что? Кстати, тут карту можно пока посмотреть. Стоп, а что, не могу тут ничего выбрать?
Ну да, это просто увеличение карты. Так, сейчас я кнопки проверяю, что какие действуют. Так, ну это по-прежнему меню. Ага. А куда нам надо? Вон там есть озеро какое-то слева, а справа вон там порт есть на полуострове. Ну пойдемте вначале налево туда сплаваем, посмотрим, что там. Так, это куда надо? Ой. Ага, еще дальше. Номара Атолл. Ну, пойдем посмотрим. Ну я же вроде так и читаю. Давно они в 5 лиц шлялись. В 5? Кто 5? А, Гангор, Королева, Каим, Сет, а еще кто? Гангор всех предал, лишил каждого чего-то ценного в жизни, стер ему воспоминания, сделал, как они выглядели живыми трупами. Бинг захотел встретиться с Гангорой, но на этой посудине до Грандстаффа не добраться, поэтому они решили плыть в что-то там, третье государство, ибо те шарят в магических технологиях, а она королева, посему они должны отказать. Ага. А, бабушка-сирота, так понятно. А что мы тут забыли? Непонятно. Не вижу тут ничего полезного. Сейчас нападать, наверное, да, будет. Угу. Just calm down, okay? О, большой. 9000 здоровья? А, нормально. Дали корабль сайд-квеста, ясно. Ну не знаю, надо ли... О, кстати, композитная. Надо ли накладывать... Ну на всякий случай наложу на каймы. Щит. Так, аминку у нас... А, ну да, тоже. Ну пусть... А какого он типа-то? Вода? Ну, землей тогда. Да ладно! По-моему, я попал. А зачем композит? Он же композит, он бьет на всех. А тут на кого на всех бить-то? Мне сюда рано, но ты знаешь, я по-моему понял уже.
Так, меня назад-то пустят? Блин, полечить Кайма надо, наверное. Снап, там композит, там только на всех наложить огонь, землю, воду и что там еще, четвертое, ветер. Так, давай хил. Нет, хил у нас куки. Кук. Да жесть, одним ударом 1000 снес. То есть что, не идти мне в ту локацию, там вон я могу куда-то пойти, но... Тут что-то есть. А, понятно. Стоп, как на корабль-то вернуться? Вот это что ли? Ну вот Гранд Став. Но мы до него добраться не можем, там мелководье. И тут мелководье. Да, сейчас скажут, что печалька там и так далее. Ну блин, зачем? Я же так понял. Блин, неужели за это буду... А, стоп. По-моему, зря сюда поплыл. Блин, из-за этого целую катсцену показывали. Не, ну конечно, хорошо, что так все продумано, но... Да, там под чатом кнопка AMG. Так, стоп, я сюда, по-моему, могу проплыть. Здесь, наверное, нам делать нечего. Да, я не могу высадиться даже. Ой, да ладно! Он еще и прыгать умеет! Снап, ты, по-моему, забываешь, что это Xbox 360. Тут, скорее всего, никакого хардкора нету. Мне кажется, только вот эти локации, которые отмечены на карте, и особо мы ничего нового больше не найдем. Вот там, кстати, сюда и надо. Land at last! Dry land! No more worrying about sinking on that stupid ship.
Нифига себе, ну. The slant nose will never sink. Not with the captain's engine on board. You think you're so cool now that you're a pirate? Well, I'm gonna teach you a thing or two about the pirate code. And what code would that be? What code? Well, that would be a secret pirate code that we would do if Touch we had my the time. Head. Hey, Grandpa! Wow, you have Cook is such a and what a kick! Boy, she's strong, that cook. I have no idea what you just said. Well, what I'm saying is that cook is as cute as a button. She's just, oh, you must be proud. You lying creep. Cook, it hurts when you get kicked, you know? But he insulted the captain. Isn't that right, Captain? Captain? О, теперь у нее. Ну все, кому не интересно, можете на часок сваливать. Кроме Снапа. Пека-пека. Не, Тор, подожди, а кто это будет тексты кидать? Так. О, прекрасный зверь. Анейра? Странная какая-то фраза. Гордящийся потомок. Белокрылого клана. Единственный мой незаменимый компаньон. О, да. А, кстати, чатик, наверное, отключить, да, надо, чтобы не мешал текст видеть. Сейчас. В смысле, что внутри игры, я не понял. Сейчас перевести нормально. Типа, может это раз гнева тебя. Ну, не может, а подожди. О. Тор подключился. А что? Блин, Google странно это переводит.
Позволит ли гнев тебе услышать меня? А, не, услышать до меня? Чего позвать? На нас двоих? Блин, как-то... Чё, не могу перевести вообще предложение. Как может быть вообще в одном рядом стоять hear me и call us? Я не пойму, два местоимения рядом. Услышать меня, позови нас. Или может услышав? Услышав меня, позвать нас двоих. А, промпт? Какой промпт? Я вон Google использую. Но Google там вообще перевел ни о чем это предложение. Еще хуже. Ну ладно. Разве мы по сути не идеальное сочетание, ты и я? Связанные вместе единым потоком. Это паутинка? Странно. Госаммер. Ну это, ну этот поток, в общем, мы, нам известен как одиночество. Ну, он как-то так, короче, кривовато, но... Вон, снапа вон, ятен смысл страницы, и то хорошо. Анейра, я ну, обязана тебе жизнью, моей жизнью тебе. Нет, конечно, блин, что ты спасла мою жизнь в... А, не в том смысле, что ты спасла мою жизнь, в обычном смысле этого слова. А, связанной одной нитью, тканью нити, которую мы знаем как одиночество. Ну, там довольно сложный оборот, я не понял, как его. Да, конечно, не то, что ты спас мою жизнь в обычном смысле этого слова. Чё? Майн? Майн, это же шахта. Стоп. И чё? А какая разница, Снап? Ну тут же об этом не сказано, от чего лица идёт текст. Значит, ты ещё не должен этого знать. Не знаю, шахта не жизнь. Тут по-другому не перевести, ну... жесть какая-то. Других вариантов перевода этого слова нету. Шахта, месторождение. Моя? А при чем тут моя? Ну ладно, моя жизнь не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах. А, майн, принадлежащий мне в данном случае. Это...
Безотзывное бремя. Блин, какое-то странное слово какое-то. Я не умру, я не могу умереть. И поэтому моя жизнь не может быть спасена. То есть, ну, ее невозможно спасти. О, Анейра. То, что ты спасла, или нет, спасена. Сейчас я могу видеть, что... Это была не моя жизнь, но это было мое сердце. То есть ты спасла не мою жизнь, а мое сердце. Тогда, давным-давно, я была пиратом. Женщина-пиратом в открытом море. Сет был Мор. Это имя было известно всем, кто бороздил моря. Некоторые говорили мое имя в страхе и трепете, а другие выражали, ну, говорили его с глубочайшим восхищением. Некоторые даже называют меня Райтус Буккейнер. Непонятно, как это перевести. Ну, это было не так уж и неправильно, скажем так. А, праведный или справедливый пират, Райтус Буккейнер, понятно. Пиратский корабль, которым я командовала, это, я так понимаю, она рассказывает, то есть нужно женский род ставить, да? Если она говорит, я, если я правильно понял. Вот Тор наспамил в чате. Ну, пиратский корабль, которым я командовала. Сейчас. Имел правила. Правила были ясны и строги. Мы нацелены только на один вид судна. Это роскошные пассажирские суда. Ну, в общем, где богачи, там прогулочные круизы богачей, короче. Мы хотели... Не, стоп. А, мы хотели немного попугать пассажиров. То есть, как бы... Ну да, напугать пассажиров. Конечно, может быть, это немного грубо, но убийство было строго запрещено. Все, что мы делали, это
ну, выжимали несколько капель сокровища из кошельков тех, кто имел больше денег, чем они знали, что с ними сделать. Интересно. Да, кратко Робин Гудили. Мы обменяли нашу добычу на наличные деньги с теневыми дилерами. И деньги, которые мы... которые мы совместно... Ну, которые мы раздали в мировые... Ну, короче, беднякам. По миру. Я бы это номинировалась на звание чемпион справедливости, но мы гордились тем, что являемся гораздо больше, чем злодеями. Тор, почему это тупость? А, ну да, чат же не видно, это я зачитаю. Вот Тор говорит то, что потокеров можно убить, но просто они не своей смертью не умирают, да? Снап отвечает то, что нет, могут, а гейм овер, потому что сюжет, по сюжету они должны проиграть. И почему же, Тор, ты считаешь, что это тупость? По-моему, это нормально, потому что Дженсен там и вот эти дети, они же могут погибнуть. И как бы... Что, из-за этого писать линию сюжета отдельную? Ну, как бы, блин, это слишком затратно, а смысл, ну, блин, это все равно будет плохая, как бы, концовка и так далее. Если бы это только в конце могло произойти, то это одно, а если на любом месте игры, то это уже невозможно сделать настолько разветвистый сюжет. Я стал пиратом по одной причине. Я ненавидела закон, и я ненавидела даже... даже больше тех, кто... красовался законом в их... Ну и слово. Аграндизмент. К стремлению к величию. Ну, другими словами, я хотел жить свободно. Тор, ну вообще-то, кроме убийства, еще есть другие способы. Например, запереть в клетку, там, еще что-то, отобрать оружие. Да. Вот, Снап пишет. Хотя, на самом деле, мне всегда вот там, что в каких-нибудь кино или играх бывает, да, типа чел там какой-то бессмертный, или даже там у него регенится со страшной силой любые части тела, да. Ну, блин, у меня всегда был вопрос, что его нельзя там тупо, не знаю, разрубить на куски там, да, и, не знаю,
разнести в разные стороны, чтобы это все уже не срослось. Ну блин, как-то это вот об этом не умалчивается. Всякий раз, когда я стояла на носу пиратского корабля, разрезая волны, и когда я смотрела на огромный океан, протянутый под, ну, растянувшийся под ясным голубым небом, я чувствовала ощущение радости, приняв безграничную свободу в свои руки. Правда, мне странно, как это перевести. True, I need not traffic in the fear of death. Вот это вот про трафик я вообще не понял. Мне не нужно трафика? Ну что это? А, мне не надо трястись перед смертью и старением. То, что обычно, ну, как бы волнует людей. И потому что я не могу ни состариться, ни умереть, бесконечное время означает для меня бесконечную свободу. Неплохо, не правда ли? Магия отправит на солнце? Не знаю, Тор. Ну да, ну как бы вот это умалчивается, но неважно. Так, я шпионила за кораблем, шпионю за кораблем, который был бы нашим днем карьеры, чё? Я всегда была первым на борту, ну, кто заходил на борт, вскакивая на их палубу с криком «Я Сет Балмор!». Теперь будьте хорошими и сдайте деньги и ценности. Затем, взяв добычу, мы... Ну, схватив добычу, мои люди и я, прыгали обратно на наш корабль. Снап, зашли, крикнули, ушли, как правдоподобно ты пишешь. Ну, а почему нет? Думаешь, там была такая серьезная охрана на этих кораблях? А, пираты-то, наверное, по-любому были подготовленными. Ну, хотя все равно сопротивление-то оказало бы охрана.
Я была абсолютно свободна. Ничего не стояло на моем пути. Бесконечная жизнь. Переполнялась свободой. Неплохо. Не так ли? Если у них принцип никого не убивать, то охрана точно бы всех порешала. Не, ну Тор, ну наверное при обороне-то уже можно. Имеется в виду, как бы вот при нападении. При обороне-то, наверное, по-любому можно. Снап, а я думаю, что могут, может быть и шли с такими правилами, потому что наверняка многие хотели бы обогатиться нечестным путем, но при этом они не хотели быть все-таки убийцами. Такое может быть. То есть есть разный уровень преступников, те, которые просто, ну, там, мошенники всякие, да, и, ну, как бы, все-таки те, кто готов на убийство, это совершенно другое уже. Можно калечить, насиловать, ну вот-вот. Так, что там говорят? Фэнси Пэнс, что-то знакомое. А, праведный пират? Что за... выдумки еще. Как насчет как это перевести? А, ну так и перевести, вы сами переведете. Пека-пека. Тор, ты не будешь кидать текст? А, вот. А, что это за глупости? Конечно, всегда слышно такие, такой завистливый бред во всех сферах жизни, но особенно в бандитском мире пиратов. Ну, Снап, давай так, я перевожу общий смысл. А, само собой разумеется, я знала, что у меня много врагов. Даже ребенок поймет, кого называют, что называют праведным пиратом. А, что тот, кого называют праведным пиратом, может только увеличить количество тех, кто ненавидел меня среди воров и бандитов, ну, таких как пираты в море.
Но я не волнуюсь насчет этого. Я могу быть зарезана ножом или взорвана пушкой, и я все равно не умру. Ну как? Бессмертная Сет, так звали меня. И это было буквально правда, а не просто фигура речи. Я не встану на твоем пути. А, я не встану на вашем пути. Я говорила другим пиратам, но вы не стоите также на моем. Я ничего не боялась и никого. Я жила, как я хотела жить, и хотите вы этого или нет, не позволяйте никому мешать мне. Я пошла неверным путем лишь однажды. Так, сейчас. Но это было что? Но это требовалось. В момент беспечности я позволяю им схватить меня. Что где-то 9-я страница, середина торта, о чем? Так. Я позволяю им захватить меня. Конечно. А, с примерно страниц по 20 всегда, ну ок. В одиночку меня ничего не могло напугать. Как я все время напоминаю, я никогда с возрастом не могу. Ну, с возрастом не постарею или не умру. Я не сделала бы им ничего хорошего. Нет, не так. А, это не сделало бы им ничего хорошего, если бы они попытались убить меня, и они это знали. В лучшем случае, они могли бы как это? Ну, относиться грубо ко мне и угрожать, сделать еще хуже в следующий раз. Они должны были сделать что-то, чтобы показать своих людей, а не даже своих мужчин, как такими, какими они были.
Они не могли просто дать мне горн. Не знаю, как это перевести, рога. В пиратской игре. И сделать вид, что ничего не произошло. Мистер Набомнение, ну это... тут вот воспоминания Сет, переводим. Да, грозят пальцем и бессмертному угрожают. Это вот снова, да, действительно интересно. Да, швободка. Краткое содержание очень страниц. Нет, Снап, ты еще забыл про то, что отнимают деньги у богатых и разносят куда-то там. Бедным, типа. А, как я и сказала... Так, где же ты? Ща. Поспешите с пытками. У меня нету целого дня для этого. Ну, блин, не знаю, как тут. Стримы? Нет, скорее всего, вот этот будет только. Ну, просто он еще будет продолжаться, скорее всего, часа три. Мы были в пещере на необитаемом острове. Я была в наручниках и кандалах в окружении полудюжины огромных мужчин, всех известных пиратских капитанов. Один из них держал в руках огромную цепь. Тахату, ну... Нет, скорее всего, сегодня не будет, наверное. Завтра будет тоха, то практически точно. Так, я заболела. А, мне как сказать? Не понял, как это перевести. I get sick to my stomach. Just looking at your sweetie faces. У меня заболел живот, глядя на ваши потные лица. Давай поторопись и бей меня уже этой цепью. Или вы предпочитаете задушить меня. Как, чтобы вы не выбрали, давайте быстрее. Мужчины рассмеялись. Да, интересные подробности из жизни Сет. А, она говорит, у меня живот крутит от ваших симпатичных лиц. Поспешить покончить с этим, сказал лидер. Слишком плохо для тебя, Сет. Ну, типа, к твоему сожалению, Сет, но это наказание не может быть это
ну, ускорено. Я просто сожалею, но мы не можем, что мы не можем остаться с тобой до конца. Да, вмешался другой человек. В отличие от монстра вроде тебя, мы, люди, не имеем все время мира. Хорошо, народ, давайте сделаем это быстро, то, как она и просит. Ну давай, удачи в Тохе. Вообще у нас замечательная команда собралась. Неудачник, сиротки, извращенка, самка и Кайм. Да. Облизав губы, человек с цепи подошел ко мне, и еще двое схватили меня за руки с боков. Они не собирались использовать цепь в качестве инструмента пыток. Они хотели отнять немного моей свободы. Они приковали меня к гигантскому валуну в пещере. Они так сильно смеялись. Так что последнее не очень понял, как перевести. Они так сильно смеялись, что с трудом сдерживали меня, себя. О, сколько фраз тут. То, что ты и хотела, Сет, это конец пути для тебя. Мы не можем выстрелить в тебя. Шут. Мы не можем это, ну, как стаб это, типа. А, зарезать тебя. Но мы можем задержать тебя. Ну, запереть даже. Мы никогда не возвратимся на этот остров снова. И даже... полусырой пират... как ты... знаешь, что это место... ну, типа, тут не проходят никакие эти лайнеры морские... и даже рыбацкие лодки. И ты знаешь, что ваши люди ушли искать на неправильный остров. Мы единственные, кто знает, ну, что ты здесь. Даже наши экипажи знают. А, не, даже наши экипажи не знают, где мы. Никто не придется, чтобы спасти вас, это точно. Ты будешь здесь навсегда. Не можешь пошевелиться и не можешь даже умереть. Вся предоставлена только себе. Навеки. Ну, новоиспеченный, ну, Снап, я это... стараюсь быстрее. Ну, сказав это, мужчины ушли из пещеры, оставив меня с единственным
фонарем. Трусы, я крикнула. Не убегайте вот так. Не делайте это со мной. Но в ответ только эхо раздалось в пещере. Ну да, с единственной лампой. Лампа, оставленная мужчиной позади. Не означало ничего, не означало как... доброту. Странно. А, это не был, фонарь не был задуман как доброта, а скорее наоборот. Это была часть их маленькой драмы. Когда он, наконец, масло закончится, то потемнеет, чтобы произвести впечатление на меня, вес вечного одиночества. Пока лампа все еще содержит в себе свет, продолжает светиться, я была наполнена гневом на мужчин, но когда масло заканчивалось и пламя начало мерцать, глубокая тревога напала на меня. Невозможно двигаться, я тупо пламя. А, нет. Я смотрела на пламя. Бесконечность. Этот мир... как это перевести? В этом мире нет ничего подобного? Или, возможно... Не знаю, как это правильно, неправильно перевожу. А, этот мир не имеет ничего подобного, или, возможно, не должен иметь. Одиночество. Я всегда была одна, или точнее, я всегда в конечном итоге остаюсь одна. Это моя судьба. Я могла быть окружена товарищами, чьи чувства соответствуют моим собственным идеалам. Я могла бы... поделиться глубочайшей любовью с другим, но в конце концов я всегда должна была потерять его. Вы знаете, что он чувствует, как видит... как чувствует тот, кто... Что чувствует тот, кто видит бесчисленные смерти других, пока сам находится на дороге бесконечной жизни. Да, но в вашем случае, Анейра, вы имеете некоторое представление, что? У вас есть какие-то... У вас есть другие идеи. Не знаю, как это сказать. Пока я смотрел, лампа в пещере погасла. Мир темноты открылся передо мной.
и я была здесь одна. Ничего больше. Что-то нет, я типа, блин, не могу понять, жесть. А. Не попробовать мне больше печаль расставания. Но не было бы, не было у меня возможности вкусить радость встречи вечно, без конца, одна. Я не пыталась кричать. Люди кричат только по одной причине, потому что они хотят, чтобы их кто-то услышал. Потому что они полагают, что есть кто-то, кто услышит эти крики. А, иначе, Снап пишет, иначе не отведать мне больше вкус расставания, но и радость встречи я ныне тоже не могу ощутить. Вечность без конца одна. Ну да, примерно так и перевел. Ну, у тебя лаконичнее, как обычно. Я даже прослезилась. Да что уж там говорить, я заплакала. Там нет никакого, блин, как это сказать, нет никакого способа. Ну, в общем, нет пути, ну, блин. Ну, типа, невозможно, что бессмертная женщина-пират Сет Белмор когда-нибудь будет сломлена и, ну, и будет плакать. Крошечная, ну, даже немного дрожь прошла сквозь тьму, это все, что было. А потом я заметила, слезы выходят из меня, действительно, это все, что было. Мистер Ноба мнение, а какую ты играешь эту? В какую часть-то, Тохи? А потом из нее вышла черепаха. Прошли часы. Или, возможно, это были дни. В темноте я потерял счет времени. А, на десятую я не играл. Здесь было что-то еще, счет чего я потеряла. Если все, что оставалось мне сделать, это оставаться с собой,
оставаться в одиночестве, ну да. Борясь против вечного одиночества, не в состоянии даже... Не в состоянии даже сгнить. Что было целью в моей жизни? Возможно, люди, которые оставили меня здесь в ловушке, были правы. В состоянии не состареть, не умереть, не состариться. Возможно, я была каким-то монстром. Тогда почему такой монстр может жить в этом мире? Что я должна была сделать здесь? Ну, снова ты так говоришь, это 5 лет просто так просидеть, короче, в пещере на одном месте, норм вообще. К тому же 5 лет, я сомневаюсь, не заржавеет еще до такой степени, чтобы порвать цепь, сломать. Я не знал, что ответить на это. Я никогда не знал, что ответить до конца моей нескончаемой жизни. Я чувствовал разочарование, печаль. Но прежде всего страх. Вечность была страшна для меня. Одиночество было страшно для меня. Опять же, непонятно, а что, ей даже есть не надо вообще ничего, и дышать не надо? А если там, например, эту пещеру затопит водой, ей вообще норм будет? То есть они тупо полностью автономны, они даже в космосе выживут, так? На Марсе на каком-нибудь. Без скафандра. Я, возможно, дрожала, или даже без энергии для этого, возможно, была совершенно истощена. Как бы там ни было, я чувствовала, что это когда-нибудь случится, Анерия. То есть, когда ты впервые появился передо мной. Тут непонятно, появился или появилась, да? Ну, как бы, пока непонятно вот в этом плане. В английском-то пофигу. Крошечный луч света рассеял темноту. И от света, почти прежде чем я смогла задаться вопросом, что это было, голос. Ну, прозвучал голос. Вы тоже попали в тюрьму одиночества? Кто это? В свете
вспышка, ну как бы это блеснули, промелькнули белые крылья, затем с резким увеличением размера и яркости света палил глаза. Привыкшие к полной темноте, мои глаза не могли выдержать взгляд. И на, ну блин, криво сказал, ну понятно, да. И на мгновение они не смогли видеть ничего вообще. Кривляясь, я ну, жмурила свои глаза перед ну, типа не осмеливаясь их открыть чуть-чуть, по чуть-чуть. А не знаю, Снап, потому что по имени вообще не скажешь. Вон, есть английское имя, вообще Гарсия, да? Это мужское имя, вот. И это примерно так же звучит, Анерия. Так, передо мной, завис... Джесси универсальными, хочешь сказать, Джесси бывает, ну, к мужчине, то есть мужское имя, Джесси, да ладно, что-то не слышал. Передо мной завис чистый белый светящийся зверь, его белые крылья были потрясающе красивы. Как ты прекрасна была, Анна. Ну, да, ну пусть будет прекрасна была Анерия. Но ваш. Но ты. Чё? Ну ты не была витиеватая красота, что Флорид, ну блин, я не знаю. Снап, как перевести but yours but was not a florid beauty? Снап, это ты про Тифу, что ли? Это предложение я чуть не могу перевести, вот, которое я сказал. Странное какое-то. А, но это была не напыщенная красота, она была совершенно иная. Твоя красота была укрыта покровом одиночества. Я как ты, она сказала. А, ты сказала. Такая же, как ты. Снап, что-то не помню в седьмой финалке никакую Джесси. Исключил персонажей, которым имя даешь. Ну ладно, потом об этом.
И когда я подняла голову, чтобы посмотреть на тебя с недоумением, ты продолжала. Я искала кого-то, как ты, в течение очень долгого времени. Ты медленно говорила, величественно, о бессмертная женщина-пират. Ты и я разделяем одну судьбу. Ты знала, кто я. Будем вместе вырываться из этого одиночества и делать наш путь вместе. Ну, прокладывать наш путь вместе. Ты сказала... Твои глаза в третье... Ну, как бы это сказать-то... Просто не уставились. Ну, типа, ты смотрела на меня, да? Снап. Побег от одиночества. Слова, продолжающие звенеть в моих ушах. Но я не знаю, кто ты. Я даже не уверена, что ты. Я не могу прыгать от радости по приглашению одного, ну, по первому приглашению. Я не могу сказать, ты друг или враг. Кто ты, я спросила. Я Анейра из Белокрылого клана. Белокрылого клана? Прежде чем я услышала имя... Наоборот, раньше я слышала это имя, ну, это название даже скорее. Белокрылый клан, как утверждается, дивные звери, которые вымерли в далеком прошлом. Я слышала, что белокрылый клан вымер давно, давным-давно. Я последняя из, ну, это, ну, как бы, Bloodline, как это, типа, последняя из них, да? Просто типа, только одна выжившая? Действительно, как я уже сказала, в прошлом. Не, ну блин, не знаю, как-то. Как я уже сказала, The Last. Ну ладно. Именно поэтому вы говорите про одиночество. Ну, то есть не вы, а то есть ты говоришь про одиночество. Привет, Кости, брак. Анейра, лошадь, Пегас. Так, чем я остановился? В этот момент почти я не успела опомниться, слабая почти самостоятельно почти насмешливая улыбка подкралась к Ну, расплылась мне на моем лице.
Я почувствовала себя это как беззащитный, да? Как я говорю тебе, как я и сказала тебе. Мои цепи, однако, были закопаны все глубже в мою плоть, и что-то не знаю. И закованы также в мое сердце. Ну да, впивались цепи в плоть. Ты использовала фразу заключенные одиночества, как это сказать, блин, как правильно это сказать? Узник одиночества. А, ладно, ладно, Снап. Я сказал, цепи закопались, а правильно, цепи впились. А, тюрьма. А, тюрьма одиночества. Да, я перепутал слова, лол. Ну, то есть, ну ты использовала фразу тюрьма одиночества до этого. Это правда, это тюрьма. Одиночество для вечности — это тюрьма без решеток. Ты кивнула на, ну, на эти слова, Анейра, в тишине. Но тогда ты сказала... я... была в тюрьме тоже. До сегодня, ну, до этого момента. Я уверен, что это правда. Чтобы быть только единственным выжившим, я провела слишком много времени одна. Я знаю, что ты имеешь в виду. Не, ну не знаю, но по мнению там в Тоху я вообще хорошую концовку еще ни одну не открыл пока. По легенде, члены Белокрылого клана, как, ну, как говорят, живут тысячи лет. Но даже если вы прожили несколько столетий, как единственный оставшийся в живых, вы никогда не смогли не встретите женщину, члена вот этого Дан, не знаю, ну вот этого, в общем, белого крыла. Не, блин, не очень понятно. А, похоже. А, ну да, кланы ты тут, видимо, неправильно распозналась, да? Не пойму тут все равно как-то перевести, подожди. Даже если ты живешь несколько столетий.
как единственный выживший. Ты никогда, но не встретишь женщину из этого клана. Ну, этого белокрылого, да? И надеешься, надеешься с ней детей заиметь. Блин, как это правильно сказать? Не знаю, ну, в принципе, смысл понятен. Значит, походу, реально, это мужик, что ли, как ее там, Анерия? Анерия. Ну ладно, непонятно пока. Клан никогда снова не восстановится. Одинокий выживший должен жить... Ну, проводя свои дни в одиночестве. Ясно, но по мнению, ну, Тоху, она такая Тоху, там надо тренироваться очень долго. Для того, чтобы завоевать это невыносимое одиночество, ну, завоевать неправильно какое-то слово. Блин, ну чё, тогда это читать всё-таки ты сказал? Непонятно. Ну, походу, наверное, да. Ты сказал, ну ладно, у нас Анера будет девочкой. Ну ладно, ты сказала. Я была нуждалась в ком-то, чтобы сделать ее путь со мной. Не, ну похоже, все-таки мужик. Тогда он пристально посмотрел на меня и сказал: «О, женщина-пират, ты такого же, ну, у тебя же такие же эти, ну, как сказать, ты такого же мнения, ну, в общем, типа того». Я кивнул в знак согласия. Но тогда я сделал точку улыбки. Не. Сет мутила лошадь и долгожительница. Это звучит интереснее, чем мужик с крыльями и бабским именем. А почему лошадь это?
Но тогда я посчитала обязательным для себя улыбаться и сказала так небрежно, как я могла. Другими словами, ты одинок. Ваше красивое, ну, твое красивое лицо смягчилось. Ты сказал с некоторым смущением. Интересно. По легенде, как я слышала, клан Белого Крыла гордится и любит одиночество. Этим только увеличил свое смущение и сказал, одиночество имеет свои пределы. Копытами сложно из цепей выпутывать, поэтому столько разговоров в процессе. Может, там клешни, а не копыта. Тогда сделаем это. И я решил доверять тебе если это то, как вы выразились, как ты выразилась. Ну, блин, тут написано, как ты чувствуешь, но я не пойму, как это сказать. Мне кажется, проще так. Ты должна прийти и прямо сказать: я хочу компанию. Компанию? Ладно, компаньона. Спутника? Точно решено. Я объединяюсь с тобой. Ну, типа, в команду. А, ну если это то, что ты хочешь, ты должна так прямо и сказать. Это с той страницы еще перевод. Вот и закончили все колебания. Так же, как ты видел во мне... ты видел во мне, ну, кого-то, с кем бы продолжить свой путь. Я полностью доверилась тебе. Давай пойдем, давай отправимся на дикую природу в открытое море. Я плакала. Разве это... Не то, что означает наш путь вместе. Ты имеешь в виду, что я должен стать пиратом? Тебе не нравится эта идея? Он остановился. Он задержал дыхание и усмехнулся. Я всегда хотела дать ему попробовать. Понял. Дать ему попытку, да?
Не, Снап, ну давай я нормально перевожу, постараюсь. Я не очень понял последнее предложение. Как Азари из Mass Effect. Стоп, последнее предложение. Точнее, даже не последнее, а вот это No sooner were the words out of your mouth that you leaped at me. Что-то вообще непонятно. И последнее тоже. Последнее тоже не очень понятно. Ну давай недословно, Снап. Просто, ну, в принципе, я просто что-то как-то даже смысла, честно, не понял. Ну, понятно, он порубил цепи, что сдерживали ее, ну ясно. А, образные цепи. Ясно. О, дивный зверь, Анерия, гордый потомок белокрылого клана. Вот как мы ты и я впервые встретились. За 900 лет с тех пор мы бушевали в открытом море. Более дико, чем я когда-либо прежде. Когда я стояла на носу нашего пиратского корабля в поисках добычи, ты всегда был рядом со мной. Мы стали незаменимыми партнерами, друзьями, товарищами. Мы семья. Конец. Remembered some things from a long time ago. You mean when you were a pirate? And remembering made you cry? I've always been a pirate. I was crying because of something that happened that I regret. Снап, о чем они там говорили? Я просто монитор переключал, я даже не видел, что они писали. Итак, вот у нас Тоска Вилледж, юг. Да ладно, был фриз картинки? Странно, а как это может влиять? Что-то кто-то подозрительно. Ну блин, ну ладно. Честно, я не ожидал, что будет какой-то фриз картинки.
Я думал, это такое у меня здесь, ну, как бы... я ж чат не включил. Блин. В общем, ее спросили, что случилось, а она в ответ плачет, потому что с ней было прежде. Сейчас надо чат поставить. Блин, я монитор выключил. Подождите. Так, чатик. Так, его походу кто-то узнал. Посмотрите, это Каем. Эй, все, Каем вернулся. Рад видеть тебя снова, Каем, но ты не изменился вообще нисколечко. А вот и сейф. Так, поговорим со всеми жителями. Так, не расскажешь, типа... Ты уже вернулся? А, ты уже покидаешь? Не говори мне, что ты уже покидаешь. Так, ну, ладно. Я тут не буду переводить прям так, дословно. Вообще, даже не дословно. Только еще что-то такое интересное, особенно. Куда он там опять голову разворачивает? А, лестница. Снап, непонятно пока. Ну, просто эти вот люди. Узнали его. Но он, походу, здесь был уже раньше. Черная пещера была запечатана. А, наоборот, распечатана, да? Аки, что-то там... А, что-то... Кем-то там распечатано, она вообще была. Ну, это гостиница Каем. Ну, типа, я устал там. Ну, короче, отдохнуть. Не, подожди, давай попозже. А, ужасным чародеем была распечатана пещера. Не удивлюсь, если этот белокрылый жив. Что, вон оно что? А, не сары тут жили, понятно.
Опа. Ничего. Так, куда тут прыгнуть можно было? А. Как-то он прыгает очень резко, как-то странно. Странно, тут ничего. Зачем столько делать локаций? Так, чтобы было, типа, реалистичность. Так, с тобой говорили, я чуть не помню. Да, Сару найти надо. Во, кто-то нас узнал. О, Каем, ты Каем, правильно? Моя бабушка рассказывала мне о тебе. А, или дедушка там был, что-то он пишет. Что-то я затупил, ну ладно. Кипсейк это что? Ну снайпу, короче, напиши вкратце, если можешь. Он дал мне подарок на память. Это очень важно для нас, но... что ты сделаешь для защиты деревни? А, ну что это может сделать для защиты деревни? Правильно? Так что, Каем, я хочу вернуть тебе это. Magic Powered Locator? Эй, Каем, попробуй это сейчас. Я спрятал, ну, какую-то вещь, драгоценность, где-то внутри деревни. Ищи, если... Ну, посмотри, посмотрим, сможешь ли ты это найти. А, дал ему на сохранение вещицу, которую Каем защищал деревню, она ценна, посему он возвращает ее. Ага. Вот хинт тебе, подсказка. Это спрятано где-то очень, ну, высоко. Это твое, если ты сможешь найти. Treasure Hunting Tutorial. Так, используйте Magic Powered Locator, тебе дает возможность увидеть спрятанное сокровище в мире. Но, чтобы найти сокровище, ты должен обладать информацией какой-то там, типа, где она дальше. Статуя где-то ранее был. Когда ты получаешь информацию о сокровище, она появляется... в экране сокровищ с меню. А, вон он на карте отображается. Даже нажимать ничего не надо, что ли, оно само отображается. Понятно, левел там может быть больше. Ничего оно не отображается. А, нет, что-то мигает, кстати. Но оно такое незаметное. А, что-то вибрирует геймпад.
Dark Crystal Staff, Dark Crystal Ring. Но это походу этому Дженсону, либо этой Минг. А, он один сейчас, понятно. И стоп, а кольцо? Так, Вайнд левел 2, Magic Killer левел 1, это магических врагов убивает, и террор эффект, о, какой-то статус террор. Террор это же типа устрашение, да? Это же типа заставляет врагов убежать, что ли, или чего, что-то непонятно. Да, но меня не использовали. Я у кого-то украл 500 рублей. Что говорит? Кому-то он отдал свой меч, что ли? Под статусом террора есть шанс не произвести физическую атаку. Недопаралич какой-то. Понятно. Но странно, учитывая, что тут еще есть и паралич, собственно. Нет, спасибо. Не-не, в следующем стриме. Это ладно, в следующем стриме будет. Ну, пипец, только что переводили. Называется герой. А, и вон у нас появилось там взять. А, стоп, не там, не там. Это где я прыгал. Медуза Хэд. Иммунитет к Петрифи. Еще один статус. Это окаменение, что ли? Нафиг надо, ну, в принципе, да. Хотя статус неприятный, честно говоря. Так, этот мне отдал вещичку, да? Килолон — это защитник, духовный защитник деревни. Thank you.
На меня пока нет, но возможно. Снап, мы на втором диске только играем. Хилинг танк, это круто. Опа. Ну никто же не увидит, да? Это для меня специально хранили тут. 500 рублей. Ну, Снап, как это всего решил? Потому что, когда персонаж окаменевает, он не может вообще ничего сделать, даже вылечить себя. Ну, по крайней мере, так в финалках. Ну, скорее всего, здесь так же. Дорога ведет из, ну, на выход из деревни. Так что тебе лучше избегать ее. Опасно она. Ну, потом тогда в нее побежим. Вначале забежим в гостиницу, а потом вот в этот домик. Мне кажется, вначале стоит в гостиницу забежать. А сколько времени прошло с тех пор, как был дочитан текст? Ну, не знаю, минут, наверное, 20. Снап, ну ты забываешь, что под конфузом и сном после боя они норм. А если все камни, то это гейм-овер. Да, отдохнем, пожалуй. Почему нет? Я пойду поговорю с королем. Мы никогда не встречались, но я слышал, что он очень какой-то там. Какой ты даже не слушал меня, что ли? Tell me, is it really true you can't drink? Yes. That is so sad. But you're a queen. I mean, don't you have wine or champagne at parties or banquets, hangings, any festive thing like that? No. Well, look it. Nobody knows us here. Come on, just give it a try. I guarantee you'll like it. Really. It won't kill you. I promise. In fact, I bet if you take a couple drinks, you might get your memory back. Yeah, it relaxes the mind and other things. You think so? Absolutely. Hey, look at me. You're talking to Jansen here. Bottoms up. Bottoms up. What? You don't like the cheap stuff? No, it's just I've never tasted anything like it before. You don't have to force yourself to drink it. No, I want my memory back. If there's any chances we'll help, I'll manage to drink it. Она никогда не бухала, что ли? Wow, that good. Are you okay? I feel very lightheaded all of a sudden. It's affecting me like you said it would. Only your muscles are so... Hey, oh! Oh, no. You know, you're cute when you're asleep. Jansen! Ah! What? Oh! What the hell do you think you're doing? Ow!
We was having a serious discussion about, you know, what's gonna happen next and planning. Happen next? Yeah. You know, she's gonna talk to the king and get us a ship, because yours can't lower the... You know, after all, Goats has got the most advanced technology around. We figured we'd get a more seaworthy ship from him. So that, you know... What? All right. I'll give you the benefit of the doubt this time. But don't try any funny business with Ming. Yeah, well, I'm looking out for her too, you know. I mean, look how restful she looks right now. Дженсен. Все понятно с ним. Оп, что-то нашел. Семя. Аквара-бомб? Это что, какая-то более мощная, что ли? Что там экзамен? Опа, опа. Нычка. Так, а что мы там из колец сможем собрать, интересно? Флейм, так. Ультра Аква, Эрс, Ультра Джеминг. На, механические, понятно. Пирсинг, Ринг. Харденет Энимис. Так, Пойзен, Нампинг, понятно. Сил, еще какой-то статус непонятный. Все бухают до разиротки в баре, а в номере один. О, я могу собрать это кольцо, которое HP абсорбирует. А, не мотает сил, понятно. Так, сколько у нас времени? 13:41. Ну что, еще поиграем? А, делать Кайму вот этот, который HP, что ли, абсорбирует? Дрейнинг ринг. Правильно понял, что ты это имеешь в виду? А то я же несколько называл. Осмос у меня есть уже кольцо. А, ну ладно. А, ну вон там теперь появилась ультра. Но для этого мне надо вампир ботл 7 штук. А что сейчас Кайм учит? А, он учит третий уровень белой и черной магии. Еще нифига не выучил. Но что, учить все равно вот это? А где, подожди? Где только что то, что мы взяли? А, это ж кольцо. А у него что? А, понятно. Думаешь, это лучше? Что-то они тут этих килолонов прям почитают. О, ну я надеюсь, им не особо помешал. Я просто топчищу немножко и все. Не волнуйтесь особо. О, слот сид. Чё, кому дать слот сид? У меня их, по-моему, несколько, да? Два слот сида. А, ну я сейчас могу дать только Кайму.
О, Cure All. Интересно. А, от любого статуса вылечивает одного человека. Ну, слишком редкая вещь, ее жалко будет использовать. Да, это я, Кайм. Антифил как навык. Это и можно выучить. Ты между Минг? Блин, Снап, ты можешь нормально будешь уже писать. Сейчас я сделаю небольшой перерыв, буквально 5 минут. Так, продолжаем. Говорит, побухай с нами. Ничего нельзя украсть. Эй, Кайм, я слышал, что ты вернулся. This place takes me back. And it looks like the years have been good to you. Knock it off. I'm a bonafide old man now. Well, if you don't mind my saying so, you've aged really well. Типа ты постарел, да, вот этому мужику говорят.
Она что, тоже что ли его знает? Thanks, honey. Drink up. This is on the house. Well, that is mighty nice. I don't mind if I do. Can I have that big large mug over there? I was only 7 when you saved the village, but I remember you as if it were yesterday. А, ему было 7, когда ты спас деревню. Ну, в смысле, говорит, мне было 7, когда ты спас деревню, но я помню тебя, как будто это было вчера. А, Сет говорит, что года пошли ему на пользу. You were a hero to us kids back then. Ты герой для нас, для наших детей. Yeah. Да? So, we're trying to get to Goatsa. Ну, мы это пытаемся получить год, ну, попасть к Готсе, да? А, для нас детей ты тогда был героем, вон как оно. Спасибо, что поправил. А, забудь об этом. Единственный путь — это пройти через Черную пещеру. Я слышал, она была это открыта неким старым этим колдуном, да? There's nothing to be afraid of. We'll just bust our way through. Ну, старые волшебницы. Тогда нам... Тогда нечего бояться. Не понял. We'll just bust our way through. Мы просто пройдем, ну, через нее или что? It's not that simple. Это не так просто. Пробьем себе путь. А, тут что-то тоже не пойму. Типа магия не имеет никакого эффекта. Это не так просто. Магия и сила тут не робят. Путешественники, владеющие и тем, и другим пытались. My guess is that only that old sorceress can bust through the blockage. She's got some serious magic energy. Yep, she sure does. Ну, типа, вот эта старая колдунья единственная, кто смогла пройти через блокаду, да? Типа, у нее есть какая-то серьезная магическая энергия. Почему мы не можем подождать, пока она отойдет в туалет? Ну, в ванную. It gets better. You know that place where you and Sarah lived?
Well, that old sorceress has moved in. Знаешь то место, где ты и Сара жили? Вот, старая колдунья прошла там. My house? Мой дом? What? You don't even have a lease agreement? Что? У тебя даже нету... Это договор об аренде? We kept the place up after you and Sarah went away. So it'd be ready if you ever came back. Типа мы сохранили это место, где ты старый жил, после того как вы ушли. Был, ну и готовы, типа, если вы вернетесь. Как-то так, да? Но оно было, было готово, что если вы вернетесь. Но она. Но боюсь, что она, ну, как бы превратила это место в мясо, да? Ну, разрушила, наверное, типа того, что-то. Извините. Don't trouble yourself. It saves us the hassle of having to look for her. А, не парься об этом. Это спасло нас. Что-то не пойму. Но очень мощное колдунство, опасная бабка, не ходи туда. Ну, да. That's a good point. Это хорошая позиция. The only thing to do with squatters is run them out. Что такое скваттеры? Одна вещь, которую надо сделать, ну, со скваттерами какими-то, это убежать от них. Well, I think you'll be okay. Just be careful, Kyle. Тогда я думаю, вы, с вами будет все в порядке. Будьте осторожны, Каем. We're off to kick some old woman's butt. А, незаконно поселившийся, ясно. Мы натерем старой женщине задницу. Как-то так. Звучит не очень хорошо. You're not gonna go off and leave Ming like this, are you? А, типа ты не оставишь ее, что ли, или что он говорит, я не понял. Ты не будешь уходить и не оставишь Минг вот так, да? Ну да, ты не собираешься оставить ее в таком состоянии. We'll head out there tomorrow morning. Мы отправляемся отсюда завтра с утра. Сейчас пойдет будить ее. Так, это уже завтра с утра, я так понимаю, произошло. Ничего не появилось нового в шкафчиках.
вроде нет. Ну еще раз засейвюсь на всякий случай. Так, с нами все. Ну да, две кровати. Так, что мы там хотели кому-то дать? А, мы ей хотели что-то экипировать. Нет? А кому? Дженсону, что ли? А. Ой, 18 сил, да ладно. Так он уже практически может физической атакой бить. Ну, в крайнем случае. Так, а это что там, продавец? Не понял. КТ. Можно купить КТ? Так. А, оружие у него нельзя купить, да? Или можно? А, можно. Хм. Улучшит усет атаку. Это улучшит... А, нет, ухудшит. Так. Ой-ой-ой, подожди, куда? Так, это улучшит у Минг атаку. И у... Кук. А, это... Вот. Как его, Мако. Забыть о палках, а вот этот дискус. Ну что, тогда надо Killing Cutlass купить для сет. На рандомную пришлось контратака. Адептом у нас есть. Это есть, это есть. Но вот этого нету, Дизи. Что за статус Дизи? Ну, Spirit Magic можно выучить. Хм. Стопа нету. Не, нет, ну, это, чтобы сделать дрейнинг супер, там, кольцо. Так, ну, короче, Killing Cutlass. Одно. Из колец, вот, ну, не знаю, ничего, по сути, не надо. И... Хилинг, медицин. Нет, надо вначале ангел этот. Ангел плюм. Когда он уже научится жизнь применять магию? Она же тут есть, наверное, в этой игре. Ну что, 20 штук, наверное, куплю. Вроде пока хватает. А вот от статусов надо ли? А, мана, теперь мана, да, надо по-любому. А, я не могу, а, или могу продать.
А, еще вот это можно оружие продать. Против Сайленс. А такого нету. Нет, такого нету. Я вот думаю, маны купить вот мелких или больших, или то и то. Потому что мелкие, ну, как бы нужны, чтобы там восстанавливать, которым по 50, типа Сетта, а большие, это типа вот Дженсен, ну и так далее. А, сил. Ну ладно, ману мелких куплю, наверное, штук. А, ну они дешевые. Штук 30. И капсул можно штук 10. В принципе, денег еще довольно много. Можно что-то еще, наверное, купить. Может, бомбы. А это что? А, откаменение. Ну ладно. Не, мне кажется, надо. Я всегда в играх, по-моему, практически трачу, потому что потом они не пригождаются, как правило. В первых финалках там было, да, такое, что приходишь в город, а там нифига себе броня, которая стоит там овер миллион. Но что-то вот в более поздних играх я такого уже не встречал. А, так, что говорят? Драфт тут. А, я был в составе от этого Годсона, в армии Годсона. Но я спал на моей крыше, пока... Что, пока я фиксил это, не понял. Кого чинил? А, крышу. Ну, типа они меня из битвы, да, это отозвали. Но я рад, что не пошел на войну. А, иначе бы... Что? Чё-то без тебя, не понял. Я так и знал. Блин, уже два воспоминания. Ну чё, почитаем одно? А, снап, так воспоминаний тоже будет много. Это чё, думаешь, в следующем стриме ни одного не будет, что ли? Так ты думаешь, мы на следующем стриме не встретим ни одного? Да мы пещеру за один стрим пройдем. Мы же сейчас туда уже идем. А, мы в этих домах не были.
Вот-вот. Вообще, сколько уже снов открыто? Ну, пропустили что-то. Вот, два непрочитанных. Вон там, видишь, впереди сколько еще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать. 14 снов еще впереди. А я не думаю, что прохождение игры займет еще 14 стримов. Так что два сна за стрим — это нормально было бы. Просто если бы, ну, как бы хотя бы вкратце бы просто прочитать бы, ну. Прочитано мало. Только 8 прочитано. Я бы перевел бы вне стрима, да, и чтобы потом прочитать на стриме, но, блин, очень долго. Я один-то буду переводить, это очень долго. Мне это просто, ну, все свободное время мое займет. А, ну. Тор, я об этом и говорю, но как бы. Я ж сам-то долго переводить буду. Спан есть. Ну, спан-то он только на стриме. Что там можно проверить? Так. Мусорка. Да, снап, умею я пользоваться этой штукой, но, блин, неохота установить. Понимаешь, а есть какие-то бесплатные проги для этого? Я просто не хочу покупать ничего, и пиратить я тоже не хочу. Опа, нашли. Дали ему 11. И ничего. Сколько еще раз у него? 39? Неужели одного не хватило? Снап, я-то уже пиратил, но не в этом суть. Понимаешь, суть в том, что я не хочу именно вот эти кряки всякие, блин. Ну, так-то, я думаю, ни для кого не секрет, что игру Lost Odyssey я как бы не купил, да? Но, чтобы в нее играть, я же никаких кряков не ставил. Ну, как бы это все-таки разное. Именно по самой сути, вот, по процессу, так скажем. Это не взлом игры или программы, а там вот. Короче, неважно. Потом переведу мне стрима, может быть. Ну, посмотрим. Так.
Отправляемся в Old Sorcerer's Mansion. Куда в Шили, Тор? Не понял. Ты не забыл, что я на Xbox играю? Это здесь жил Каим? О, так странно, я чувствую... Я могу чувствовать интенсивную магическую энергию. Она покрывает, ну, внутри этого особняка. Да, учитывая, какие дома в деревне... Означает, что вот эта старая колдунья здесь, правильно? В любом случае, мы пойдем и найдем ее. Ну, эту женщину. Я боюсь. Зачем они вообще детей с собой взяли? Сюда. Оставили в деревне. Кук говорит, что бояться? Это дом, где наша мама жила с Каемом. И остальное имя. Я знаю, но что-то другое живет там сейчас. Ну да, маленький загородный домик под Москвой, такие же примерно. Только не в таком состоянии. Ну, короче, пойдем на пойдем ее найдем внутри и так далее, понятно. Сейвик нам не дадут? Не дадут. Ой. Ты это видел? Ла. Soul Medicine? Странно. А что делает Soul Medicine, подожди. А, HP и MP, и HP и MP одновременно. Да она же там и так что-то учит, но подожди, ты дай им выучить вначале. Пусть потом уже это другое что-то будет. А то они еще одно не выучили, ты уже что-то другое хочешь. А, ну на будущее, ну. А, что здесь происходит? Угу, сейф. Опа. С призраками драться будем. Действительно. Чё, они крепкие? Ну, это и нормально. Ну, я думаю, попробуем так разобрать, без щитов, без всяких. Посмотрим потом уже. А какого они типа? Нон. Понятно. Ну пусть призму стоит. А, у них украсть что-то можно? А, ну да, я же убрал это. А пусть тоже призму стоит.
пока все в атаку. Посмотрим, как они атакуют, сильно нет. Да, физически по ним не особо проходят, хорошо. Но это не сильно. Это вообще промах. А вот это вот уже плохо. Ой, это вообще не очень. Беда. Так, давай тогда дефенс. Хотел уже, наверное, поздняк спасать. Посмотрим. Надо же, от магии полный иммунитет. Да не, снап, я просто думал, что проканает и так. Ну, в принципе, и как видишь, вроде пока не критическая ситуация. Просто Кайма полечить сейчас немножко надо. А, магия же ничего им не делает. Ну пусть Адженсен тоже полечит. Зато много у Кайма потратили очень. Полечить успеют, а вот. Неплохо лечит. Так, одного сейчас добьет. Ну, придется всем физической атакой бить. Так, ну она лечит. Но эти пусть физической идут атакуют. Лучше, чем ничего. Забыл. Чат читал. А, понятно. А вот террор статус у Дженсена. Ну пусть тогда в дефенде стоят, им нормально будет. Нет, а Дженсен пусть вылечит Кайма. Или не добьют уже. Добили. Кук 23 уровень, Минк 21. Взяли Cold Water Stone, Black Pearl Powder и Magma Fragment. Не особо что-то нужно. Поим фрагмент А. Это чё? Он так спрашивает, что это она. Похоже, части поэм. А, поэмы, что ли? Ну да. Колдунья это сделала. Черт, она сделала месиво из всего. Давайте типа нанесем ей визит, да? А, сундук. Опять нападут? Нет. А вот Q-Roll. Наверх мы не можем.
Вот, ну, мне кажется, эта локация довольно большая, плюс там по-любому колдунья, наверное, босс, да, и все такое. Поэтому, наверное, на этом стриме я завершу на сегодня. Посмотрим, что там с переводом уже вне стрима. Вот. Правда, кстати, перевод-то как мы посмотрим? Непонятно. Тут же негде поспать. Печально. Не, подождите, сейчас. А мы можем? Мы обратно не можем уже убежать? Или можем? Ну-ка, можем ли мы вернуться в деревню? Ага, ладно, мы можем вернуться в деревню, значит, там можно поспать, и значит, там можно прочесть сны. Вот, так что на этом стриме завершаю. Если есть вопросы, пожелания, предложения, жалобы, можно писать в чат. Ну и все, на этом всем пока. Спасибо, что смотрели.